Слава Богу! Мир вам! Сестра рассказывала стихотворение, каже, ну там, что мне нема чем хвалиться перед Богом, точно, что нема. Как апостол Павел каже, собою не похвалюсь, а Господом хочется и хочется хвалиться. И в моей жизни я сколько бачив милости от Господа, и все это просто Господня милость и Его работа надо мною. Просто я не знаю, я понял, что чем больше мы отдаемся решение наше Господу, тем больше Господь работает с нами, и над нами, и через нас. Это наше решение первым долгом, а потом уже Господь. Ну, и я, может, расскажу за свое заключение, когда меня судили. Я считаю, как бы сказать, от овец, пастух, 18 год, призыв в армию, и спрашивают, ты будешь присягу брать, вот, в армии будешь с присягой. Я сказал, нет, меня арестовали. Знаете, Господь сразу выходит навстречу, дает мне сон, я знаю, что мне 3 года дадут. Все. Вразумил меня, там, который охранял, милиционер, тебе 10 лет дадут. Кажу, посмотрите, 3 года. И когда я был на суде, то есть вызвали защитника, то есть говорит, защитник, я буду тебя защищать. Я говорю, меня не надо защищать, у меня Господь защитник. Вот. И вопрос задали, это Титу, 3 глава, 1 стих. Знаете, такой, как бы сказать, ну, такой вопрос. Ведь написано, что должны поклоняться, то есть подчиняться властям, начальству и властям должны подчиняться. Вот. А я Писания фактически не знал, так думаю, ну а что же, как написано, когда призовут вас предправители, не заботьтесь, что говорить. Я так, знаете, думаю, что же им сказать? Ну, думаю, скажу только на хорошее дело. И достаточно было ответа. Когда я пришел в заключение, читаю, вау, то я так отвечал, как написано, вы знаете, так Бог заботился обо мне, и просто я только милости, Божьей милости. Первым, то есть, конечно, то, что голод был, это 53-й год, это, конечно. Ну, что характерно, я не знаю, когда, то есть, в барак, ну, там, бросили, то есть, и подошли там, ну, эти бандиты, там у меня сумочка была, что в сумочке, там, ну, давай. Я не знаю, какую я гримасу тогда сделал, я не знаю, но я такой себя почувствовал, такой сильный, я такой герой. Они так посмотрели на меня, сразу же ушли. Я не знаю, как, что я показал им с собой, но я знаю, что они испугались меня. Но я почувствовал, я такой герой, что, ну, знаете, это все Бог давал. Я фактически сам по себе не герой. И, знаете, подходит один там же заключенный, он инвалид, нога его одна, то есть инвалид войны, вот, ну, просто, вы знаете, тогда была еще его с армией, потому что нога не работала, ну, просто одна, не сгиналась нога. И его, то есть он работал продавцом, и пришли эти, как говорят, бендеры, кушать он ему вынужден был дать, потому что они вооруженные, и зато его 25 лет дали. Вот. И он подходит, я еще, правда, его сейчас нету, покойный, был даже мой сват, мы вдвоем подходим, говорит, с какой области, Волынская, район, Маневичи. О, то вы соседи, там, Любашовский, это Радом районы, земляки пошли. Он работал в столярном цеху, зарабатывал деньги, и отчисляли на деньги на ларок, и он там имел что кушать. Говорит, пошли со мной.
покормил нас. И говорит, завтра, до меня говорит, завтра придешь кушать. Я пошел. Вот он не знает, что я еще ходил и не ходил. Ну, я просто думаю, неверующий человек, я его не знаю. Ну, и я не пошел. Он пришел в барак, он меня чуть не набил. Говорит, что ты не слушаешь? Я тебе сейчас как дам. Я вижу, что имеет власть какую-то надо мной. И он меня так целый месяц кормил. И чем я больше скушаю, тем больше он доволен. Я спрашиваю, зачем ты, почему ты меня кормишь? Что я тебе хорошо сделал? За то, что ты человек. Вот и всего ответ. Вы знаете, работа тяжкая была. Лес, это КомСССР, летом жара 40 градусов. Такой работа очень тяжелая. Но знаете, Бог всегда делает, как написано, любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Казалось бы, порубал колено. Ну, как бы плохо, да? Конечно, плохо. Мне зашили, вы думаете, нога не сгиналась. Вот это, который кормил меня губчиком, нога не сгиналась. Он говорит, ты уже инвалид, тебя уже в лес не пошлют. Ко благу. И говорит, тебя пошлют в столярный цех, и ты меня ищи, и мы будем вместе работать с тобой. Ну, я нашел его там. Мне надо было 3 месяца учиться, а он говорит, я на тебя буду работать, вот, ну, ты при мне будешь учиться, я, то есть будешь как рабочим идти. И у меня сразу зачеты идут, и зарплата, там, сколько они вычисляли, эти денег. И так, вы знаете, я понял, как Бог работает. Вот я понял, так как Потифара Бог благословил и за Иосифа, так за меня его благословил. Мы где-то полдня так приблизительно работали, на 150% мы вырабатывали. Вот проценты. И мы по зоне рабочих ходили, загорали, когда все до 5 часов хотя бы на 100% выработать, стругали эти, ну, там, столярку делали. Так Бог благословлял. Вы знаете, это просто такие вот такие милости надо мной. Вы знаете, вот этих 3 года дали, это все было в расчете у Бога. 3 года, то есть, ну, заключение и 3 года поражения в правах. Это все надо было, это все надо, все Богу смотрел. Когда я, то есть я год 8 месяцев, потому что зачеты были, годы 8 месяцев пробыл, и уже прихожу, а мой год то служит. И меня, то есть, призывает военкомат, вот, я даю эту справку освобождения. Он говорит, дает прописное, говорит, жди повестку. А я говорю, а что, то же там написано в справке, что поражение в правах. Он посмотрел, а, взял прописное, порвал, чтобы меня 2-й раз не судили. А если бы не одни поражения в правах, меня бы еще 2-й раз судили. И так Бог, то есть надо мной являл милость. И я хочу сказать, вы знаете, насколько Бог милостивый. Когда мы надеемся на Господа, допустим, такое еще свидетельство, это было, знаете, время такой коммунистической репрессии, когда я уже дома был, вот, там, допустим, пришел на работу, на маслозавод получили машину, а шоферов туда не было, и я узнал, пришел. И все рады такие, ой, шофер же, машина будет ездить. И спрашивает, а ты верующий? Я говорю, да. Напиши такую записочку, ты отказываешь от Бога, и все. Я говорю, ну. Допустим, почтовому ящику, там тюрьма у нас это называлась, почтовый ящик, устроился, узнали, что верующий, рассчитали. В дорожном отделе устроился, узнали, начальника вызвали, сказали, или ты с работы, или... Кондратюк с работы, приходит, журится, говорит, ты у меня хороший, ну, такой, или ты уйди, или я уйду с работы, ну, кажу, я уйду. И вот такая была, знаете, ну, у меня такое положение было, знаете, такое скудное,
что даже этих 16 копеек, когда второй сорт хлеба был, их не было, часом жены, мать принесет. И знаете, я взмолился, я не помню, по-моему, я на колени даже не вставал. Вот. А при том, тогда я заболел, даже что я не мог, даже на машине работе такое время было. Вот. Я взмолился, говорю, Господи, копать не могу, потому что силы нет, а идти в старцы стыдно, предостав работу мне. Вот это такая моя короткая молитва, но она была, знаете, как крик души был. Знаете, положение часом заставляет нас кричать. Знаете, как Моисея, там фараона, там море тоже бывает. Я так взмолился, и вы понимаете, ведь на второй, не больше третий день, приходит домой, слушайте, приходит домой, ты не хочешь идти на работу, то есть на электростанции, то есть электростанция местная, там дизель работает, и производство работает, то есть местная электростанция. Ты не хочешь идти? Кажу, конечно. Вот Бог предусмотрел, сидящий, там уже, вы знаете, показал, как завести этого дизеля. Такой довольный, я уже настолько довольный, это Евангелие читаю, часом надо было глушить на обед, забуду, и иду на обед, читаю это Евангелие, такой довольный. Вот. А там был мастер один, такой противник, то есть, ну, знаете, коммунист, противник, очень верующих был. И что-то он зацепился за мною, так на площади производства, что-то зацепился за мною там перевоспитывать. Вы знаете, как я с ним зацепился, то он, знаете, во весь голос кричал, «Ратуйте, люди!» Во весь голос. Видит, что побежден. Вот так Бог делал, и вы знаете, и вот до сих пор, вот так Бог просто надо мной настолько, вот допустим, в Америку. Ехать в Америку, я вам скажу откровенно, я не собирался. Даже вот те, которые здесь, вот, говорит, я даже так и наступал, говорю, почему ты едешь? Ну зачем? Почему ты едешь? Так, знаете, я трошки агрессивный был. Вот, и я не собирался. Но были из Слуцка братья, и слово ко мне, будешь за океаном. Это было еще время такое, штрафовали, какой океан, что за океан. Но вы знаете, когда Бог сказал, Он додерживается. Он додерживается. И я, знаете, потом моя дочка Люда с Петей уехали сюда. Говорят, приезжайте, здесь легче, лучше. Ну и как-то уговорили нас, мы на собеседовании. Дали уже беженца и спрашивают меня, ты поедешь в Америку? Я говорю, нет, не поеду. И потом я думаю, ну зачем я сказал, что было сказано, что я поеду? Ну, я только меня, когда спрашивали, то я говорил, ну если это Бог сказал, то поеду. А если это просто человек сказал, то я не поеду. И потом думаю, я же не собираюсь ехать. А я сказал, что, то, знаете, человек-то, все, зачем я сказал это, то, что я, что Бог сказал это. И вы знаете, такое было, такая, ну, просто оторваться, вот этой земли, или как бы сказать, вот этой Украины было трудно, аж трудно просто. Но Бог делает свою работу. Вот, допустим, вразумляет во сне. На границе Америки подходит моя очередь, там передо мной один брат, он уже покойный там на Украине, на границе показывают часы. Того брат говорит, твои часы не проходят. На границе в Америку на таможне. Я показываю свои, говорю, да, твои проходят. Потом учит меня, чтобы я просто не боялся или не знаю, вот так учит меня, взлетаю на самолеты, спускаюсь, все. Вот. А потом вижу такой самолет настоящий, и на паханому поле стоит. Представьте,
меня твердой почвы совсем не было. На паханом поле настоящий самолет, и летчик так в кабине. Я говорю, здесь он не забуксует? Говорит, нет, не забуксует. Как я вспомнил, Господи, какой ты добрый. Просто возится, как с малым этим дитям. Знаете, потом еще, это мало. Я иду к сосуду, опять-таки, ну, пусть Господь скажет, чтобы по нас... Знаете, Господь говорит, почему ты колеблешься? Зачем же ты колеблешься? Вот такие милости надо мной Господь являл. Вы знаете, я только могу хвалиться Господом больше. То, что вы видите, дорогие мои, что-то вы хорошее видите, это все от Иисуса. Все, что плохое, это мое. Я признаюсь. Да благословит вас Господь, воздаст вам милостью, и уповать на Господа, это я очень дорого. Пусть будет ему слава. Аминь.